Еще одной аварии больше. 27 декабря в 10 часов вечера жительница Симферополя, находясь в нетрезвом состоянии, двигалась по улице Балаклавской и не справилась с управлением. Она выехала за пределы проезжей части и допустила наезд на двух пешеходов. Мужчина и женщина, которые находились на остановке общественного транспорта, были госпитализированы. Ну, мы это самое пили, это самое пиво. Затем, друг, он мне говорит, можешь ты сам ехать. Мы спустились, и я потом ехала, в остановку. У меня даже нету просто вообще ни там прав, я даже никогда вообще не сидела за этим рулем.